И всем привет, ребята, с вами я, ППТВ, и сегодня мы будем открывать боксики, делать анбоксинг наших сундуков. Так, Эль Прима мы качнули на 15 ранг, забираем тут всякую дресню. У нас будет 3 маленьких сундука и 2 больших сундука. Почему не один большой, а 2, узнаете потом. А мы сейчас поехали открывать маленькие сундуков. Но перед началом того, как мы будем открывать эти сундуки, советую вам поставить лайк и подписаться на мой канал. Ведь этим вы увеличите свой шанс на выпадение леги. А также можете поставить дизлайк на это видео. Ну тогда вам лего вообще никогда не дропнется. Если вы хотите, можете проверить. Давайте возьмем наш новый скин, который мы выбили. Вот такой вот. И будем делать анбоксинг наших сундуков. Я не знаю, что нам вообще дропнется. Нам вообще даже ни гемы не дропаются. Это жесть. Я их так быстро открыл, что просто... А вот тут вот странно. 43. Это может быть на грани, типа. Ничего не вижу. А что там башни? Пролистал Рика. Еще Рика пролистал, жесть. Так, теперь мы пойдем открывать второй большой ящик. Да, мы его откроем за гемы. Ладно, шучу, у меня 5 гемов. У нас нет никакой акции на гемы. Мы купим их за звездные очки. Поехали. Правда, не знаю, мне ничего не дропнет, а такой шанс, у нас было второй шанс. Ну, это понятно, мне ничего не дропнет. Ну, хотя бы что-то. Жесть. Просто слил. Ну и под конец заберем еще награду на 3600. Кстати, скоро я буду открывать тихо уже на втором аккаунте. Напишу видос. А на первом аккаунте... Ну, наверное, сначала я на первом аккаунте добью 10к кубков. Мне еще сотня осталось до 10к. И я открою, сниму видос, как я открываю мега ящик на 10к. Ну, короче, на этом мы уже будем, наверное, заканчивать. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был ППТВ. Всем удачи, всем пока!